В Самаре появится конно-спортивный комплекс мирового уровня. Накануне в Москве по инициативе Николая Меркушкина было подписано трехстороннее соглашение между компаниями «Газпром» и «Росипподромы». Оно предполагает строительство самого комплекса, трибун на 3000 человек, крытого манежа, поле для конкура и выездки беговой и скаковой дорожек, конюшни на 300 лошадей, а также ветеринарного блока и гостиницы на 300 номеров. Изюминкой станет центр ипотерапии. С местом возведения пока не определились, есть несколько вариантов. Но, как предположил Николай Меркушкин, наиболее вероятно, что арену разместят в районе поселка Курумыч, в непосредственной близости от земельного участка, на котором планируют построить многофункциональный комплекс «Самара-Ринг». Добавлю, самарский ипподром будет одним из первых построенных в стране по федеральной программе. Общая стоимость проекта более миллиарда рублей. О сроках пока говорить рано, но приступить к строительству планируют уже в следующем году. Пошла программа новая в стране по возрождению этого вида спорта, который когда-то в стране очень сильно был развит, в том числе в городе Самаре, почти в самом центре города Самары, как и в Москве, был ипподром. Москва сохранила, а мы, к сожалению, не сохранили. И мы сейчас вовлеклись, участвуем в этой программе и будем рассчитывать на то, что в числе первых построим ипподром. Это понятно, сооружение будет и дорогостоящее, монументальное, на долгие-долгие годы вперед, и такое, скажем, имеющее очень глубокие корни и для Самарской области, и для России в целом.